обратно в школу. Сейчас вот мы в ожидании вальса весеннего. Как? Сначала мы будем танцевать им флешмоб. Да. Будем двигаться, в общем. Вот так. Офигенно, все нравится. Все клево. Спасибо за такой праздник. Спасибо Панету. Очень весело, много знакомых, много новых друзей. Очень все нравится. Праздник очень нравится, очень красочно. Выпускники, наверное, потрудились на славу за этот год, поэтому хочется отдохнуть. Спасибо за этот праздник. Очень интересно. Очень интересно посмотреть на выпускников и их будущие специальности почитать. Мы в прошлом году ходили здесь, видели. Нам тогда еще понравилось. Нам очень было приятно увидеть себя на аллее на этой. Посмотрели все школы, увидели у кого какие знаменитые профессии. Нам все, короче, очень нравится. Все классно, спасибо. О, здравствуйте. О, прекрасно. Только я первый раз здесь, потому что первый раз опускаюсь. Как бы, все очень неожиданно, и очень интересно и весело. Очень понравились танцевальные площадки. Вообще классно. Но встретила много знакомых людей. Что пока все радостно, нет, пока все хорошо. Потом уже будем грустить после экзамена, когда уже уйдем. Это праздник юности, молодости. Ну и, конечно, последнего звонка. Это просто расставание, пока этап со школой первоначальный. У нас впереди еще сложная пора экзамены. Сейчас, наверное, вот этот душевный подъем. Это радость и плюс творчески вы очень подходите изначально вот к организационным моментам. Дети смогут много интересного увидеть, узнать друг о друге. Это очень здорово. Вообще здорово. Народу так много, блин. Все веселые, все радостные. Вообще круто. Мне понравилось. ЕГЭ еще, правда, немножко так солинку добавляет. Но, блин, а так вообще здорово. Нам праздник очень нравится. Мы уже не первый год. Это уже третий год. Но чувствуешь себя молодой в этой компании. Здорово. Всем выпускникам удачи на ЕГЭ. Ольга Анатольевна, что вы скажете? Всего доброго, всем добра, мира, чтобы все у нас получилось. И у наших детей, чтобы все получилось. Ну, немножко радостно, немножко грустно, так как мы заканчиваем школу. 11 лет не провели. Учителя как родные стали нам. Ну, радость в том, что начинается взрослая жизнь. 155-й лицей. 11-й, да. Самый крутой класс. Да, такой хороший праздник сегодня, веселый, такой солнечный день. Да, мы вас любим. Да. Ну, замечательно, праздник традиционный для города Уфы становится. В Уфе последние 2-3 года очень много хороших традиций заложено. И это, наверное, одна из самых лучших традиций. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех учеников, педагогов, родителей с этим замечательным событием. Город начал первым такой праздник. На сегодняшний день такой же праздник идет по большим городам нашей республики. Я думаю, что вот саму идею, конечно же, надо распространить. Исполнение может быть разное, но сама идея, вот объединяющая, как раз это и есть начало бренда. Это объединяющее что-то такое, которое приглашает всех на создание, на созидание. Поэтому я думаю, что такие вещи будут продолжаться. Это необходимость. Мы в следующем году должны сделать еще лучше. Потому что в компанию «Уфанет» такие замечательные сотрудники, и им вот просто повторить, ну, как-то вот не так, да? То есть мы хотим сделать еще лучше, да? Я не знаю, что мы сделаем, ну, потому что людей много, творческих людей много. Я думаю, что мы что-то придумаем. А в этом еще замечательнее. Казалось бы, невозможно. Нет, возможно.